Терорист Ігор Стрілков-Гіркін в своєму телеграм-каналі відзвітував про взяття Збройними силами України так званого гарнізону Балаклії в оперативне оточення. Мобілізовані з так званих ЛДНРів не змогли стримати удару ЗСУ на зовнішньому периметрі оборони, а частини Росгвардії не змогли стримати удар у другому ешелоні. Про кепські справи рашистів Гіркін відзвітував і на Херсонщині, де наші Збройні сили продовжують впевнено тіснити окупантів. В перспективі вимальовують глибокий прорив фронту із розсіченням угрупувань окупантів в цьому районі. Також терорист Гіркін не забув згадати і про нещодавне визволення Високопілля, а також населених пунктів Ольгине та Нововознесенське на півночі Херсонщини, називаючи це чутливою тактичною невдачею. Ну і за традицією, куди ж на ніч без старого доброго ниття Гіркіна про те, як у рашистів все плохо. Українські вооружені сили, їх командування нав'язало російським вооруженим силам бои в тех условиях, в которых им было наиболее это выгодно. То есть, опираясь на многочисленные долговременные оборонительные сооружения, опираясь на подготовленную в целом и эшелонированную оборону, опираясь на наиболее опытную группировку своих войск, украинские войска провели оборонительное сражение. Часть задач, которые они ставят, они решили. Большую часть фронта, который сложился к концу первого этапа специальной военной операции, им удалось сохранить. То есть от Угледара включительно до Авдеевки тоже включительно, там, до Гольмовского. Они свой фронт фактически сохранили без изменений. Местами там под Авдеевкой немножко их подвинули, местами они наоборот под Угледаром отодвинули наши войска на несколько километров. И только на северном фланге своем Донецкой группировки они потерпели серьезное поражение. Но опять же, это поражение не катастрофическое. Ни одной части или крупного относительно подразделения, условно говоря, батальона и выше, ВСУ не было полностью уничтожено. Нигде. Ни под Красным Лиманом, ни в Северодонецке и прилегающих территориях, ни в районе Золотое Горское, ни в самом Лисичанске. Все те шесть бригад, которые действовали у них на этом направлении, они ядрами своими вышли на свою территорию за заранее подготовленный в новый рубеж обороны. То есть никакого, даже сравнить даже со сражением за Мариуполь, которое все-таки закончилось полным уничтожением гарнизона, мы не можем. Эти бригады будут отведены в тыл, в них будет влит в новый личный состав, в них будет влито массово поступающее западное оружие. Это будут одни из лучших бригад ВСУ, потому что половина их личного состава обладает очень большим серьезным боевым опытом, большим, чем многие части ВСУ вообще какие-либо. То есть они прокатывали через боевые действия людей. Они в это же время получают массированное артиллерийское и ракетное вооружение, уступая территорию. Это они делают то, что я сам делал в свое время, в 2014 году, когда у меня стоял вопрос положить гарнизон Славянска в бою за город или отдать территорию, но удержать оставшуюся территорию республики, продолжить боевые действия. Вот они так же поступают. Они жертвуют территорией, тем более территорий у них много. И возвращаемся к тому, с чего я начал. Последние две недели противник практически с исключительной, к сожалению, результативностью уничтожает наши тыловые объекты. Бьет по аэродромам, в первую очередь по складам боеприпасов, по пунктам управления, по дивизионам ПВО. И практически везде достигает успеха. Сейчас у них все получается. Причем не в одном месте, а во многих. Так с чего мне испытывать оптимизм, скажите? И потом, так вопрос там звучал, почему вы критикуете действия вооруженных сил? Я не критикую действия вооруженных сил, я критикую действия командования и военно-политического руководства нашими вооруженными силами. С чего мне испытывать, спрашивается, оптимизм, когда весь интернет набит видео, как на фронт гонят танки Т-62?
Даже без чехлов. Чехлы давно пропили, а новых не пошили. С чего мне испытывать оптимизм, когда мне вот сообщают один из моих знакомых командиров, что у них в батальоне есть маскировочные сети, а это, простите, батальон мобилизованных, потому что маскировочные сети им подвезли волонтеры за свой счет. А в соседнем батальоне российских вооруженных сил, российских регулярных вооруженных сил, маскировочных сетей, как, кстати, как и походных кухонь, нету вот в принципе. Вообще. Вот как их привезли без походных кухонь, так у них их нету. Как их привезли без маскировочных сетей, вот так они без них и воюют. Где оптимизм? С чего мне его взять? А противник в это время усиливается, вот реально усиливается. Очень много вопросов было о применении, вот я просто суммирую опять же то, что мне поступало по разным моим мессенджерам, вот, на разных площадках, как противник применяет свои тяжелые РСЗО, Химарс, так называемый, американский, ну, натовские будем считать. Хорошо применяют. Сейчас эта группировка поехала в другое место засыпать наших. И засыпает уже, по всей видимости. И наши средства ПВО, оказывается, не могут с ней справиться. В таком количестве. Нет, господа, оптимизма я не испытываю. Я понимаю, что тот разгон, который взяла российская армия в первый месяц операции, который был, в общем-то, привел к очень большим потерям, но, тем не менее, привел к занятию больших территорий, на втором этапе фактически вылился в тактические успехи. А дальше что будет? А дальше у меня возникает справедливый вопрос. Мобилизация не проведена нами, проведена Украиной. Мы гоним на фронт старье Т-62 и БМП-1, а противник получает новейшие системы вооружения. Причем, опять же, по коммуникациям, которые не нарушены, и которые никто не собирался нарушать. Ни одного моста не разрушено на Днепре. Там в Днепропетровске были попадания в мост, но мост устоял. А мы продолжаем лупить по каким-то там тактическим объектам. То есть мы свое превосходство техническое, и, видимо, на начальном этапе и численное, и в числе боеспособных подразделений, мы его не смогли реализовать. Мы фактически привели ситуацию к тому, что после 4 месяцев наших наступлений, сначала одного, потом второго, у нас паритет с противником на практически всех направлениях. Причем во многих местах, к сожалению, у противника еще и перевес. И даже в перевес бронетехники и артиллерии. Я не буду конкретные места говорить. У меня достаточное сообщение о том, где и как разворачиваются даже тактические бои. То есть нам все предстоит еще и мобилизацию проводить, и экономику свою на военные рельсы переставлять, и людей массово призывать. А наша власть все пытается вести маленькую колониальную войну. Кто будет обладать инициативой, кто будет наступать, а кто будет вынужден обороняться и затыкать бреши, там, пробитые в своем фронте. И я сейчас не могу сказать, к сожалению, однозначно, что это будем мы. Что мы захватим инициативу, что мы сумеем разгромить противника. Противник не израсходовал своих резервов в сражении за Лисичанск-Северодонецк. Он их продолжал активно готовить в тылу. Да, какие-то части там, причем свежие части, которых не было на начало кампании, там 4-ю, по-моему, 5-ю танковые бригады новые, он ввел в бой. Но это далеко не все, что у него готовилось. Вот сейчас, скорее всего, они будут введены. Так же, как, видимо, и наши части и подразделения, которые вновь формировались в течение, ну, начиная уже с апреля месяца. Фактически огромная Россия, которую еще не называли недавно второй армией мира в военном отношении, не сумела справиться с Украиной. И обладая потенциально, обладая огромными преимуществами над Украиной, мы ничего не смогли с ней сделать. Ну, не мы, а наше военно-политическое руководство. Отсюда у меня и пессимизм. А что будет дальше? Что, перейдем к обороне, что ли? Будем теперь медленно сдавать то, что заняли в начале.
Я не вижу по-прежнему. Я вижу, что да, какие-то там законы принимаются, все это делается со скоростью бешеной черепахи перед зимней спячкой. Те вопросы, которые в Советском Союзе в летом 41 года решались за один день, наша власть решает за месяц, два, там три. А до некоторых еще и руки не дошли. Все по-прежнему пытаются исправить ситуацию, то есть поднося воду стаканами, потушить пожар вот такими минимальными средствами. Все новые ЧВК набирают, там какие-то добровольческие батальоны формируют, танковые, которые еще когда будут готовы, то вопрос в том, что потребуется не для того, чтобы победить, разгромить Украину, тем более подпираемую НАТО, потребуются не батальоны, потребуются танковые корпуса свежие и полное, абсолютное пополнение и оружием, и людьми всего того, что уже у нас сильно сточено во время боев на Украине. А этого всего произвести без частичной хотя бы мобилизации целого ряда возрастов, скажем так, невозможно. Оптимизм у меня будет, когда я увижу конкретные действия власти, нацеленные именно на скорую победу. Пока я вижу суету в сочетании с таким благодушием, которое выразил наш президент словами: «Ну, мы еще ж не начинали даже толком воевать-то, оказывается». То есть мы понесли достаточно большие потери. Ну, точных цифр я не знаю, но они достаточно большие. Нашу территорию обстреливают, наших пограничников убивают на границе. А мы еще даже и не начинали, получается. Это кого успокаиваем? Сами себя? Ну да, и население? Ну да. Еще раз напомню, я неоднократно проводил аналогии с русско-японской войной. Ну, в общем-то, все идет по этому сценарию. Ожидали, что шапками закидаем. А она, по сути, оказывается... Причем самое смешное, что если Япония против Российской империи действительно была очень серьезным противником, потому что она целенаправленно готовилась к войне именно на ограниченном театре, стремилась добиться быстрой победы, неожиданно атаковала, выведя из строя сразу ударные силы нашего Тихоокеанского флота и так далее, то в данном случае здесь-то мы владели инициативой, начали наступать сами и ничего не добились. Па-ба-ба-ба-пам. Попри все, ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо, бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.